Такой массовый интерес к поиску сведений о
генеалогических сведений, по истории родов, по истории семьи, документальный поиск сопряжен еще с огромными финансовыми затратами. Очень больших денег стоят копии документов, которые высылают наши самые главные архивы. Поэтому не случайно Калининградская областная научная библиотека старается комплектовать в своих фондах те документы, которые публикуются в печатных изданиях, и это, конечно же, архивные какие-то книги, то есть книги, изданные благодаря издательской деятельности крупнейших архивов. Конечно же, помогают нам национальные библиотеки. Библиотека Санкт-Петербурга Салтыкова-Щедрина и, конечно же, бывшая Ленинка, которую мы так называть привыкли люди советской эпохи, а сегодня это национальная библиотека, государственная библиотека. Учениц, школьниц, сегодня академик, профессор кафедры пищевой технологии, специалист, сегодня мы ее очень часто видим на экранах нашего телевидения, с советами, какой хлеб можно употреблять в пищу. Человек, восстановивший рецепт блокадного ленинградского хлеба, это Ирина Анатольевна Бессмертная. Очень много выходцев из Ленинграда. Но это тоже неудивительно. Ленинград, Москва, не только более 20 субъектов Советского Союза основывали и направлялись сюда на восстановление Кёнигсбергской области, затем Калининградской в 46-м году. Ну и вот за этот сборник, посвященный 812 году, надо сказать, что и семья Льва Ремировича, и очень много семей членов историко-родословного общества сохранили свидетельства и документы о тех, кто принимал участие в войне 200-летней давности. Архивы, конечно же, дают возможность познакомиться с такими документами, если они есть. Ну и в прошлом году вот такой сборник Первой мировой войне. Это портрет из семьи, из архива Елены Дмитриевны Морозовой Мэй. А фотография внизу из семьи Валерия Юрьевича Лавриненкова. Уникальные фотографии. Это не дворянская ветвь, это рабоче-крестьянская ветвь. Но в этой семье сохранились фотографии его прапрадеды, участники Первой мировой войны, награжденные Георгиевскими крестами. Вот два Георгиевских креста – это как раз на груди его прадеда. И вот сегодня мы, конечно же, хотим вас познакомить. Этот год великий для нашей страны, это 70-летие Великой Победы. У многих наших участников общества отцы и деды принимали участие в Великой Отечественной войне, но не только в Великой Отечественной войне, военная биография их начиналась и со Второй мировой войны, начало которой было положено событием в Польше в 1939 году, потом была Финляндия, Финская война, как вот, например, в моей семье финская, а затем сразу же под Смоленск, под Москву, или июнь вторгся в историю миллионов и миллионов жителей нашей страны. Ну, а сегодня Константин Васильевич выступал, и на обложке для него это сюрпризом. Право выбирать библиотека взяла на себя, потому что у нас очень большой, благодаря стараниями, благодаря возможности познакомиться, большой фотоархив. И бережно его передают. И мы, конечно же, следуя закону о сохранении и авторских прав, и закон называется персональных данных. Конечно, никто никогда не посмеет без разрешения правообладателей, праводержателей опубликовать какие-то фотографии. Поэтому авторские права у сборника
областная научная библиотека, издательство и, конечно же, авторы сборников. И папа Константина Васильевича. Вы знаете, много у нас фотографий, участников много, большой фонд. Но вот для нас было важно показать, что на груди его отца все боевые, важные боевые награды. Ну, не все, но очень дорогие награды. И орден Красной Звезды, и орден Отечественной войны, и, конечно, вот первая медаль за победу над Германией. Там и Кавказ был, и другие бои. Варшава и Берлин. И Константин Васильевич, конечно же, оцифровал и уже сам действительно является семейным историком, передает, делится с другими своими родственниками теми фотографиями, которые добыл. И в правом нижнем углу это семья, это папа, участник штурма Кёнигсберга. До груди у него три ордена Красной Звезды, у него ордена Отечественной войны, у него орден за победу над Германией. И для нас важно здесь медаль за победу как участнику штурма Кёнигсберга. Медаль участника штурма Кёнигсберга. Ее бабушка и дедушка. Дедушка тоже был участником Великой Отечественной. Дед, отец, участники Великой Отечественной войны. И, конечно же, как обычно по традиции, наш сборник в рубрике «Методика источники» публикует документы. И всегда, традиционно, в каждом номере первая статья – это статья областного архива. В этом номере Варвара Ивановна Егорова, она заведующая отделом научной информации, публикации документов, статью предоставила солдаты, для которых победы не было. Это очень был большой проект. Знаете, здорово, и это счастье, когда твой родной человек приходит с войны живым, может быть, израненным, но живым. Но горе, когда прошло 70 лет, проходит 70 лет в этом году, а родные до сих пор не знают, где погиб их родной человек. Так было и в моей семье. Спустя маму мы похоронили еще в 97-м году. И вот обе сестры, мы здесь живем, в Калининградской области, благодаря тому, что работает сайт мемориал народ.ру, да, obdmemorial.ru, сразу же, мемориал obd.ru, это база данных о погибших и пропавших без вести. И есть еще одна для тех, кто вернулся с полей боев, это подвигнарода.ру. И сейчас есть пилотная база данных, связанная с погибшими в Первой мировой войне. Это нам дает возможность не имеющих, не сохранивших. В свои советские школьные годы, в 60-е годы, мы ходили по местам боевых каких-то событий. Мы искали материалы о героях. Вот у меня было звено, или я не помню, как это называется, имени Марины Росковой. Мне кажется, я знала все про Марину Роскову. Я все знала про героев, которые освобождали мой городок. Но я ничего не знала о большой своей семье, поскольку моя семья тоже была переселенческая. И мы не задумывались, отличники были. И даже учась в университете, у меня специальность историка, очень сложные были времена. Действительно, у нас в семье затем случилось наводнение на Сахалине, очень такое большое. И архив уплыл вместе с домом. Это трагедия, конечно же. Но, слава Богу, конечно, есть у меня друзья, одноклассники, есть родные, которые так и проживают в окрестностях Москвы, в городах, есть братья, есть те, кто профессионально занимаются и смогли поделиться. Но это осознание не всегда очень рано приходит, поэтому я еще раз повторяю, конечно, мне очень приятно, что здесь
родители Анны Грибановой, автора нашего сборника, она завтра присутствует. Очень, не потому, что они профессионально, еще мама профессионально занимается сохранением архивов, документов. Самое главное, что эти родители смогли в увлечении и не в увлечении смогли помочь своему ребенку собрать уникальные документы. Они сегодня вот представлены в папках, причем все так аккуратно задокументировать, собрать в хронологической последовательности. И базы данных, о которых сейчас говорила, они тоже давали такую возможность. Так вот, этот проект областного архива позволил семьям, чьи родные оказались военнопленными одного из лагеря для военнопленных, для рядового состава на территории Восточной Пруссии, обрести весточки, сведения о погибших. В картотеке были данные на военнопленных, и сотрудники архива решили разыскать родных погибших этих. Ну и мне бы сейчас хотелось предоставить еще раз слово Константину Васильевичу, потому что это тоже патриот своей семьи и, конечно, патриот своей родины, потому что сохраняйте документы. Он не просто для семьи работает, для семьи историк, но и, конечно же, не дает забыть нашей родине, своих сыновей и дочерей. Своей жены о предках, которые жили в Воронежской области, село Хохол. Значит, я задался целью отыскать могилу дедушки своей жены, Павла Максимовича Турича. Перед войной он был председателем колхоза во время небольшой временной оккупации Воронежской области, части и этого Хохольского района. Значит, он был выдан предателем. И по первой версии он был сожжен на костре. И был захоронен в какой-то братской могиле. На опознание его ездила моя теща, и в то время ей было 18 лет. Вот. А есть еще вторая версия, которая хранится в документах Воронежского архива. Там он был включен в списки вывозимых на территорию Германии. В книге памяти Воронежской области указано, что он захоронен в братской могиле, и указывается район, село и колхоз. В семье Павла Максимовича были еще три сына. Здесь вот двое их, вот это моя теща, сам Павел Максимович, и еще один был. Все они погибли, кроме моей тещи, конечно, она не участница войны была, в годы Великой Отечественной войны. Самый младший из его сыновей, Митрофан, был только что выпустился в 1941 году Киевское танковое училище и в боях под Киевом сгорел в танке. Место захоронения неизвестно, то есть без вести пропал. В 1943 году погибает старший его сын, сержант. Он тоже был участник войны, был в должности старший адъютант. По-видимому, падение авиабомбы, как обычно бывает. Места захоронения нет. Пропал без вести под Кривым Рогом на Украине. Кстати, все сыновья погибли на Украине, с которой мы сейчас сложно дружим. Встречи еще один участник историко-родословного общества Виктор Алексеевич Кривохижин. Ну, вот сейчас нам покажется, да. Но он сегодня при исполнении других обязанностей тоже историка. Два слова только скажу. Хорошо. И статья его «Солдаты тружни державы», а его отцы. Ну, я долго говорить не буду. Это статья написана, здесь имеется в этом сборнике про моего отца. Вот тут слева стоит на этой групповой фотографии. Значит, ну, по этой фотографии, в общем-то, это три командира взвода
205-го полка 70-й дивизии. Один из них, тот, который справа, через несколько месяцев после этой фотографии погиб. А имя, вернее, судьба того, который сидит посредине, значит, неизвестно. Я нигде ни сведений не нашел. Вот. Ну, с таким же названием «Солдат и труженик державы» создан такой небольшой фильм. Я его сделал для того, чтобы оставить на память своим внукам. Ну, так случилось, что он попал на международный фестиваль «Балтийские дебюты». Занял там первое место в номинации 70-летнего репетитора. Так что вот тот, кто хочет посмотреть, можете посмотреть это на Ютубе, набрать вот «Солдат и труженик державы». И, в общем-то, краткое содержание вот этой статьи, оно фактически там есть. Ну и пользуясь моментом, хочу представить обладателя гран-при на этом фестивале «Балтийские дебюты» Вячеслав Калиничев, вот он сейчас с камерой. Он получил свою премию также за цикл, посвященный, за цикл фильмов, посвященных Великой Отечественной войне «Память». Поэтому все мы связаны вот такой вот работой. Спасибо, Виктор Александрович. Еще нужно сказать, что мы не сговаривались. Вот нас пригласили и Сергей Александрович, и Людмила Владимировна. А так получилось, что трое из нас связаны с Воронежем. Каждый год и Виктор Васильевич, и Раиса Даниловна работают в Воронежском архиве, работают в краеведческом отделе областной библиотеки. Это раз. Областной? Имени Никитина даже мне подсказывает. Так получилось, что и прадед моих детей сложил голову, и имя его увековечено в зале памяти на Чижовском плацдарме. Я благодарна и Константину Васильевичу. А недавно приехала и Раиса Даниловна, и она, несмотря на то, что время было так распределено над работой и над ревизскими сказками в архиве, и поисками сведений своих, но она тоже побывала в этом зале памяти, сняла небольшие такие фрагменты, привезла фотографии, где имя прадеда высечено. Я, конечно, вам безмерно благодарна, и благодарны мои дети. Поэтому я хочу Раисе Даниловне, автору статьи «Земляки воронежцы, участники Восточно-Прусской операции». Вот мой папа, это его мама, а это его отец. Есть отдельная история, я, может быть, немножечко коснусь ее, как на войне встретились в этой страшной мясорубке на Курской дуге мой папа и его отец. Это вообще фантастическая история. Но сейчас я несколько слов скажу об этой публикации «Земляки воронежцы. Участники Восточно-Прусской операции». Дело в том, что вот мы все готовились совсем недавно к триггерному событию, к 70-летию Великой Победы. Великой Отечественной войны. И вы знаете, мне, конечно, боевой путь отца уже был знаком и по папиным воспоминаниям, он что-то писал сам, мемуары, для себя, собственно говоря, писал. И знала какие-то легенды в семье, и мне было известно, что папа мой начал весь этот свой военный поход от Ельца и прошел до Кёнигсберга. Точно так же от Ельца ушел на войну и мой дедушка, его отец. Но сейчас я хочу сказать о папиных двух двоюродных братьях. Ведь вот, понимаете, как происходило на войне? От того, что, во-первых, нельзя было в письмах, в переписке сообщать, где ты находишься, все было очень строго, своя военная цензура и так далее. Я вдруг, когда мы готовились к 73-ю победе, вдруг обнаружила сама для себя, вот в этом январе-феврале, что оказывается, я всегда знала, что папа участник штурма Кёнигсберга, участник сражений на земле Восточной Пруссии, но я никогда не знала, что вот наши эти самые близкие люди, его двоюродные братья, я знала, что они участники войны, но что они тоже здесь, на земле Восточной Пруссии воевали, мне это было неизвестно. А это все вот нечаянно от того, что ты вот так ниточку за ниточкой тянешь, как-то стало складываться в одну картину. И вот я выяснила, что нашей родине. Значит, я вам сначала хотела бы сказать, что вот на этой фотографии, это
деревня Воронежской области. Из этой деревни ушли на войну мой папа и два его брата, Иосиф Бочарников и Иосиф Гриль. Вот здесь вы видите Иосиф Яковлевич Бочарников. Вот на этой фотографии, вот справа самый крайний стоит, это мой папа, а вот в третьем, во втором ряду, это моя мамочка. Это восьмой класс не заканчивает, и, конечно, все еще думают, что все-таки будет мир. Однако, вот ушли все на войну, эти ребята. Посмотрите, как все получилось. На земле Восточной Пруссии воюют Иосиф Бочарников. Слава Светлана, познакомились в прошлом году. Как раз одна подобная встреча. И когда уже начали сотрудничать, то поступило мне такое предложение написать статью в шестой выпуск Ленинградского православного вестника, чему я, конечно, была очень рада. Вот. Ну, вот буквально в прошлом месяце побывала я на собрании историко-православного общества. Атмосфера действительно очень теплая, очень дружелюбная. Вот. Надеюсь, что еще раз получится все-таки побывать на подобном собрании. Вот. Ну, работа все равно ведется, несмотря на учебу и еще какие-то мероприятия. То есть за этим полный месяц тоже нашла документы по двум своим родственникам. И тут было сказано по путанице с именами, с фамилиями, вот столкнулась с подобной ситуацией. Дядя моего дедушки везде фигурировал как Леонид. К сожалению, мне было буквально, может быть, пару недель назад, я нашла, чему я очень рада. Вот. Ну, занимаюсь я изучением родословной, изучением своей семьи уже 6 лет. Это с 10 лет так получилось, что появился интерес. Вот. Ну, собрано очень много документов, очень много фотографий, которые, слава богу, сохранились. И сейчас находится у меня хранятся. Есть уникальные, на мой взгляд, документы. Это грамота моей прапрабабушки об окончании ею Академии Кроники Шитья в городе Рига. Документы 1911 года. Там же тоже было сказано различные запросы в архиве, в том числе и Рижский архив. Вот. Ну, будем ждать каких-то результатов. Ну, что еще сказать? Вот если кто будет начнет заниматься, то, наверное, все-таки надо начинать с самого, на мой взгляд, наиболее доступного. Это опрашивать родственников, опрашивать каких-то друзей семьи на предмет документов, имение документов, каких-то фотографий, сведений. А дальше уже от этого работать с архивами, с библиотеками и так далее, с другими источниками. Вот. Статья посвящена двум моим прадедам. Один прадед – это моей мамы, Поле Павел Иосифович. Родился он в Харьковской области. К сожалению, рано остался без родителей. После, буквально как раз перед войной, он был призван в армию. До этого закончил, надеюсь, сейчас что-то... На фотографии? Нет. Вот, потому что там ошибку мы... Да. Простите, пожалуйста, потому что... По почте. Механик-водитель танков и самоходных установок. Воевал в Восточной Пруссии. Потерял тут очень много боевых товарищей, о чем довольно-таки часто упоминал и по приезду сюда.
сам он уже после войны вместе со своей женой и семьей жил в городе Каунас, это Литва, там же умер. Имеет множество медалей, в том числе и медаль за штурм за дядю Геннадия. Другой мой прадедушка, это Дубовский Дмитрий Исаакович, это дед моего папы. Он родился в Белоруссии, в Гомельской области. Его отец, слово, участник Первой мировой войны, но пока что мы тоже ищем документы со своей мировой. Виктор Саркович, участник сражения за Москву на Второй мировой войны, и также участник Восточно-Прусской операции, также имеет медаль за взятие Кенигсберга, за оборону Москвы. Вот. Но вот на фотографии, которая была так много сказана, где вот на машине мой прадедушка, он водитель. Он приводил, прослужил как водитель. Вот в таком виде сохранилось, да, в семейном архиве. Фотография достаточно хрупкая. Вот. Я как раз хотела узнать по поводу ресторана. Вы знаете, вот правда, я только сейчас случайно вот пролистывала, потому что он мне сказал, Светлана Насадировна, значит, не, ничего не меняем. Вот в том и ценность этой фотографии, мы ее так и разместим. И вдруг я вижу, а я просила, чтобы он ее сделал для вас. А я его сюда поставил. И смотрю, все, конечно, действительно, вот в книге, в статье фотография действительно отреставрирована, работа. И эта фотография тоже достаточно интересная история, потому что была найдена абсолютно случайно в одном из альбомов, причем была абсолютно забыта. То есть в какой-то момент дочка Виктора Исааковича, моя бабушка, она поехала как раз на родину, в Белоруссию, в Кировскую область, вот, и привезла оттуда несколько фотографий моей прабабушки, ее матери, которая даже участница Великой Отечественной войны, ну, она была в банно-прачечном батальоне, да, там они познакомились с моим прадедом, вот, и было привезено несколько фотографий, и просто, по-моему, уже в одном, ничего более. И буквально, вот, может быть, пару лет назад, когда я туда их навестила с целью изъятия как говорится. То была найдена фотография, достаточно интересная, потому что как раз несколько фотографий, вот, в основном все фотографии вот, моего прадеда именно с войны, с своими действиями, они были сделаны именно в Восточной Пруссии. Причем одна из них, которая была в этом слайде до этого, была сделана 2 мая 45-го, это буквально за неделю до окончания войны. Семейный праздник. Сегодня, наверное, каждый из сидящих может сказать и по отношению к самому себе, по отношению к своим близким. И День Победы, который, наверное, в вашем городе праздновали, и мы прошли с портретами родных в Калининградском бессмертном полку. Они показали, мы вместе, мы едины. И сохранение памяти о наших предках, о наших отцах и дедах важно и для нас, и для страны, потому что история каждой семьи – это частица истории всей страны. Спасибо, что вы с нами сопереживали, сочувствовали, улыбались, печалились. Мы надеемся, что вы придете в библиотеку, прочитаете. И поскольку я знаю, что, по-моему, по одному сборнику, да, да, у нас, да, я привезла последний сборник, очень хорошо, да, и посвященный Первой мировой войне. Потому что сегодня здесь вот как раз тоже есть люди, которые имеют отношение к Первой мировой войне. И я в прошлый раз получила, значит, после прошлой встречи получила в подарок фотографии Первой мировой войны. Вообще, конечно, хотела подарить
Я вам, если вы позволите, Людмила Федоровна и Сергей Александрович, я сейчас к 70-летию, а потом передам вам, если сегодня будете, успеете все-таки сегодня к нам попасть, я вам и хотела бы подарить вам, потому что наша встреча тоже прошла здесь у вас, и я получила в подарок фотографию, связанную с Первой мировой оригиналом. Спасибо. Если есть возможность, пообщаемся. Слава Садировна, нашим гостям, Егору Амировичу, Константину Васильевичу, Раисе Даниловне, за замечательное совершенно выступление, за ваш труд, за замечательный совершенно журнал, за целое вот это вот направление вот этих, ну что ли, истории родов. Поскольку это касается семьи, а семья – это основа нашего быта, основа нашей жизни. И как сказал Лев Рамирович, большое значение имеет вот это вот, да, обращение к своему роду, ответственность за свой род. Да, это формирует наши отношения к жизни, ну и к самим себе. Большое вам спасибо за интереснейший доклад. Вот, и ждем вас у нас в библиотеке. Спасибо.